Буррито – одно из простых и доступных блюд мексиканской кухни. Пшеничная лепешка с начинкой имеет так много вариаций, что хоть каждый день вы можете есть что-то новое. Попробуйте это сочетание. Прочтите о том, как приготовить буррито с беконом и яйцом. Отличная закуска для завтрака, очень сытная и делается всего за 30 минут. Если включить фантазию, то ингредиенты в составе легко варьируются. Загляните в холодильник и возьмите то, что вам нравится. Часто в это блюдо добавляют что-нибудь острое, но в этот раз мы так делать не будем. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Бекон обжарьте с обеих сторон до хрустящей корочки. 2. Сделайте яичницу-болтунью, перемешайте яйца, соль, перец и воду. 3. Получившуюся смесь обжарьте в жире из-под бекона, помешивая. 4. После этого на лепешку выложите болтунью, посередине, сверху натрите сыр, разложите кубики помидоров. Жду ваших лайков и комментариев. 5. Затем выложите кубики авокадо, бекон и шпинат. 6. И в конце самое сложное. Сверните лепешку так, чтобы начинка не выпала. Все готово. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. А теперь ингредиенты. Яйцо, 2 штуки. Зеленый лук, перо, 3 штуки. Бекон, 3 ломтика. Тортилья, 1-2 штук, 1 большая или 2 средних. Авокадо, 0,5 штуки. Шпинат, 50 грамм. Помидор, 100 грамм. Твердый сыр, 100 грамм. Вода, 1 столовая ложка. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 1-2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.